Госархиве новейшей истории нашлись фотографии наших земляков, участников первого парада Победы. 31 фото находилось в неучтенной папке, которая хранилась в архиве многие десятилетия. Находку обнаружили при оцифровке материалов. Сейчас проходит огромная исследовательская работа. Мы сотрудничаем с Центральным архивом Министерства обороны, поскольку участниками Парада Победы не могли быть обычные участники войны, ну, с позволения, так сказать. Да, это обязательно люди-герои, которые совершили определенный боевой подвиг. Дело продвигается. Архивариусы уже знают имена этих героев. 13 фото уже расшифрованы. Известны подвиги, награды и подробности биографии. Государственный архив на протяжении долгого времени интенсивно занимается тематикой Великой Отечественной войны. Государственный архив новейшей истории в Ульяновской области уже более 30 лет собирает наследие участников Великой Отечественной войны, документы, письма, фотографии. И за вот этот период было собрано достаточно большое количество материала. Хроники и материалы, посвященные Великой Победе, представлены на официальном сайте Государственного архива. На главной странице разместят и эти фотографии. Каждый желающий сможет с ними ознакомиться и поделиться информацией с архивистами. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости УПРАВДЫ ТВ.